Привезли Настю в Барнаул, сдаем ее из рук в руки. Скажи привет, Настя. Привет. Покажи лохматушку. Смотри, велосипед сзади. Возьми ее за руку, она Дай-ка руку. Дай-ка мне руку. Ну, что-то все сигналят, видишь, друг другу. А ты куда? А я пакет возьму. Класс. Юрик, а ты сам на корточке? Посмотри, там даже есть чайник живой. Чайник? Да, видишь, у него глазки. Где? Вон, вон там. Непонятно. Смотри, я хочу вертушечку. Вон ту. Вот, Наташа, тебе мединститут, в котором ты училась, покажешь. Видишь, тут к выборам, наверное, готовится. К выборам. Флаги. Остановка. Так, встали мы на улице Чкалова, 53. Это у нас что? Проспект, торговый дом. На той стороне Единая Россия. На этой стороне мединститут и так далее. Оказывается, нам надо было ее здесь в стоматологию. Здесь вход, что ли? Тут на второй этаж написано «Стоматология». Мы прочитали на дверях. Куда мы идем? На улице ждать. Так, решили мы не дожидаться маму Таню, а сами пойти к врачу. Что, не сообразишь, что ли? Я не буду ее держать. А ты ее не держи. Хочешь, иди. А я в кровать полностью. А кто ее будет держать? Мы вместе. Давай. Я боюсь и так. Да не очкуй тебя, я страсть так делал. Куда ты пошла? Ой. Вот и маленькая пришла. Привет. Привет, Таня. На, бахилу тебе. Привет, Таня. Привет. Ну, так вот, встреча. На Эльбе. У нас не ходят, прикиньте, там на остановке. Почему? 20 минут пришли, ждем. Вообще никто, у меня 41-й, один прошел там посередине. Это шустрое тут, я да? Говорю, что-то, блин, привет, не может быть такого, чтобы вообще никого не было. Пошли с ним на... София уже здесь местная. Куда ты шла? Внучка София. Хорошо. Да, хорошо, набирайте. Все, хорошо, до свидания. Чуть-чуть. Ну вот, бабушка и внучка. Маленькая внучка София. Привет. Да. Что, больно было? Привет. Это что у тебя? Это тебе подарили? Игрушку выбрала. Это такой сюрприз у тебя. Там чем громче? Кто там сидит? Девочка. Ну-ка, покажи-ка. Точно. Тебе больно было? Да. Ну, немножко. А что, кричала так? Смотрите. Это то, что кричат, дают, да? Я тоже хочу зайти, чтобы поорать мне, чтобы тоже дать такое кольцо. А больше нет такого. А что же мне теперь делать? Придется тебе другую игрушку какую-нибудь. Ты зашла, поорала, тебе раз и дали. Ну, немножечко. Не трогай ничего, это зуб. А то у тебя такой огромный зуб вылез. Настя. Яблочко.
Куда ты пошла? Сюрприз. Настю и Софию. И Таню. Эй. Он еще не на этом. Мама.